Всем привет! Приехали в Палермо. Райончики, конечно, город. Бля, ну это просто ужас. Я такого не видел ни в одном европейском городе. Это не то, что я вам сейчас показываю эту улицу, а это вот разбитый полностью, весь в мусоре. Таких ужасных дорог я не видел. Ну и плюс надписи. Охренеть, ребята, просто я не знаю европейских городов таких, просто не знаю. Сегодня суббота, в принципе, запарковался, я пытался запомнить, где запарковался, оставил машину. Но это кошмар. Стрёмно, если честно, я даже не знаю, мне стрёмно ходить снимать. Направляемся к кафедральному собору, посмотрим на более-менее центр, вот, но... Уже просто, вы знаете, сюда дорога, ну вот, уже все за себя сказала. Подошли к одному собору, а здесь свадьба, и такая публика прям вот, все разодеты, и как-то более-менее стало не так страшно. Ну я шучу, конечно, но поверьте, я вот прошелся по улицам, и это вот невеста. А, все рады, чао-чао. Смотрите, да? Не, красиво, прикольно, что у них как раз, видимо, было здесь венчание в соборе. И собор красивый. Рядом предприимчивый дедушка на таком тук-туке. Cold drinks, ice cream. Такая прикольная движуха. Весь Бомонт. Не, слышите, прикольно на самом деле. Попробуем зайти в собор, посмотреть, что там. Так, называется он церковь. Сейчас скажу вам, я читаю, но перегородил он. Chiesa del Gesti di Casa Professa. Так, попробую пойти внутрь. К сожалению, внутри снимать нельзя. Но поверьте, внутри очень красиво. Мы прям аж честно впечатлились. Chiesa del Gesa. Да. Ладно, пошли еще посмотрим. Пока так. Пока впечатлен внутренним убранством. Так, пойдем к центральному кафедральному. И хочу еще дойти до театра Массимо и площади, конечно же, с фонтанами. Ну вот это прикольная надпись. Мешаем мы, видимо, им сильно. Это они такое. Это мы, наверное, туристы, им забросали мусором все улицы. Ну, ужас. Не хочу даже, честно, это снимать. Весь этот кошмар, который творился, пока я сюда ехал, это... Ну, это кошмар. Ну, по центру еще, может, не так стрёмно ходить. Где-нибудь в каких-то улочках на окраине. Ну вот такие пролетают мимо тебя, капец. Да ладно, еще если звук слышишь, а если они на электрических. Смотрите, бананы растут у него. Еще целый дендрарий. Кто-то прикололся. Так, время у нас сейчас около 5:30 вечера. Куда пойти? Вон туда. Ам
un cilindro per cappello, due diamanti per cammello, bastone di cristallo. Друзья, я сильно и очень надеюсь, что у меня вот этот первый негатив от города, он развеется спустя какое-то время. Вот что-то мне начинает уже нравиться. Театр Беллини. All'aspetto trasognato malinconico ed assente non si sa da dove viene né dove va chi mai sarà ma quell'uomo lo farà bonui 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 buonanotte. Sta dicendo ad ogni cosa il fanale illuminati ad un gatto innamorato per andaggio se ne va. Si sveglia poco a poco tutta quanta la città, la luna si è incantata, sorpresa in palina, e un piano sforando si nel cielo sparirà. Sveglia la finestra, sorpresa, nella luce bianca, galleggiando se ne va. Непонятно, что за кипиш, но очень интересно. А, это невеста сюда пришла. У меня уже улыбка появляется, это уже хорошо. Добрый знак. Настоящая сицилийская свадьба. Круто. Лерма Араба Нормана, кафедрали Ди Чефалу и Монреале. Хорошо поет. Benvenuti nella casa del Signore, in questa bella chiesa che è la storia di questo nostro paese, di questa nostra regione, di questa città di Molina, Palermo, ci ha consegnato mille anni fa, più o meno, è stato realizzato questo tempio che è conosciuto tante vicissitudini nella storia di questa terra e oggi conosce questo. Друзья, что происходит, я не могу понять. Какой-то карнавал или что? Слушайте, это я удачно заехал в Палермо. Самое главное, что стоит
Кадиллак Эльдорадо 74 года. Там явно что-то происходит. Тарантелло. А это мы удачно. Четвертая или пятая невеста за сегодня. Фонтан не работает. Ну вот. И что тут все такие? Слушайте, а кстати, туристов немного. В основном свадьба только. Если не ошибаюсь, это Пьяцца Претория. По-моему, так она называется. И вот этот фонтан с обнаженными статуями. Ох, а там движуха вовсю. Прям даже кипиш. Играла сицилийская тарантелла. Чё, они отбивают, серьезно? Слышите, да? Ну, наверное, трудно это не слышать. Ну, центральная часть этого города такая, наполненная памятниками архитектуры. Красиво. Все в этом, в лесах строительных. Это здорово, значит, делают. Молодцы. Прям тут вся движуха встала.
Да, девочка так красиво поет. Смотрите, что нашел, проходя мимо. Огроменные двери, открыто. И вот явно чей-то палаццо был. В таком все заброшенном виде. Стоит кран даже. Тут какая-то инсталляция. Хочу показать вам лестницу. Вот там. Колонны такие серьезные. Ну, это реально чей-то палаццо. В центре историческом Палермо. Оно сейчас заброшено явно. Вот если вам будет видно, там на втором этаже, ну вот, условно, да, второй этаж. Все попробую приблизить. Там вот да, на потолке еще видна фреска, причем хорошо сохранившаяся. И там много чего хорошо сохранившегося. То есть не тотал. То есть надо приводить все в порядок, и оно действительно все очень здорово будет. Может быть, выглядеть. Англичане бы уже все сделали. Уже бы деньги давно рубили на этом. А эти вот так вот. Смотрите, лестница была тут в две стороны. Да, ну. Будем надеяться, что они доделают это все. Ну, вот это центральная улица. Только что все прошли, вот здесь ресторанчики, зазывалы. Потом вот такая вот лавка с одеждой. С одной стороны, с другой. И комиссария. С камой рубашки. Обратил внимание на такие рубашечки. На пареньках неживых. Вообще тут такой стиль прикольный. На рогей тарятся. Не, ну чё, прикольно. Прям стиль такой. Мне нравится. Слушайте, ну вот эта улица еще такая живая. Здесь чистенько, туристично. Много прям вот сувенирного и такого. И одна и та же цыганка на воротах сидит. Руслан. Так, пойдем посмотрим. Опять здоровые двери. Ну, улица чисто на туристов. Взяли пиво. Идем с пивом, гуляем. Магазинчики, столики, пицца, кампари. Вот прям при вас готовят, выпекают, запекают. Красиво, процесс прикольный. Аранчини, всякие штуки. Вообще, вы знаете, если честно, я до сих пор вот под впечатлением от еды на Сицилии, друзья. Вот что бы мы здесь не ели, где бы мы ни купили, это так вкусно, это просто фантастика какая-то. Я не могу вам передать, я просто в таком восторге. И у нас есть любимая фишка. Лабораторию Артиджинале Сичильяно. Ага. Да, прикольно. Мы, знаете, как пробуем свои... Вот в разных местах, где мы бываем, мы стараемся найти те места, где кушают местные. Как правило, это далеко от туристических направлений. Либо знают об этом только местные. Вот.
И иногда это просто вот такие гастрономы, где есть готовая еда, вот в магазинах, и знаете, как буфеты такие на вынос продают еду. Слушайте, так потрясающе вкусно. Мы нашли, вот есть сеть магазинов Конат, и мы у них нашли вот такую фишку. Мы такие блюда брали. Друзья, это то же самое, что в ресторане, только стоит в разы дешевле. И это так вкусно было и остается. И вчера буквально нашли тоже рыбный магазинчик, в котором рыбные блюда продаются. То есть разного рода рыба, вот, изделия из нее, в общем, так прикольно. Вот взяли, ей-богу, вчера кушали, как в ресторане у себя дома, с видом на море. Было потрясающе красиво, вкусно. Так что вот. Ну а здесь творчество. Не, вот это живая, интересная, красивая улица. Я не спорю, мне даже очень нравится. По сравнению с теми окраинами, через которые мы ехали, что там было, какой тихий ужас. Вот. Конечно, Палермо наполнен приезжими и не только туристами, но и тем, кто здесь осел, иммигрантами. Вот. И здесь история не самая веселая. К сожалению. Но прикольно. Ну вот он, Театр Массимо. Опера. Пьяцца Джузеппе Верди. Вообще, если честно, немножко было боязно сегодня ехать, потому что показывал прогноз, что будет дождь. И когда мы шли по главной улице, я показал жене в другую сторону, там такая черная туча была. Но она и сейчас есть, никуда не делась, в принципе. Но куда-то стало не такой серой просто. Ну что, скажем так, центральная часть у Палермо довольно привлекательна. Там места, где тусуют туристы, они, конечно, такие обжитые, более цивильные, более приятные для прогулок. Но там вот, где я оставил машину, друзья, честно, это шок. Я вообще, я не знаю, мало того, как здесь ездят, я такого тоже не помню, чтобы где-то видел. После моей Британии, где все ездят очень аккуратно, четко пропускают, то, что я сегодня видел здесь, я даже в начале 2000-х в Кишиневе такого не припомню. Это кошмар. Если вы не очень водитель, я не рекомендую вам ездить по городу Палермо. И вообще на Сицилии отвратительные дороги, качество, ям очень много, выбоин, асфальт весь просто волнами. Неприятно, если честно. У меня довольно неплохая машинка, практически новая, там 10 тысяч километров пробегу всего. Вот, была бы, наверное, чуть постарше, с большим пробегом, уже бы, наверное, ходовую точно было слышно. Но ей недолго осталось. Да. Так, ну что, в общем, вот она площадь, вот она движуха, централ такой. Наверное, самое популярное место и у туристов, и у молодежи. Красиво. Кстати, вот что-что, но с театром здесь все норм. Сейчас погуляем, еще посмотрим по кругу вокруг. Ну, сегодня у нас вечер чисто посвящен Палермо. Больше мы никуда не поедем, только потом домой. Так что вот так вот погуляем, понаслаждаемся, посмотрим. Обращу внимание ваше, вот этот табачный киоск. Такая интересная конструкция. Даже обойду ее. Очень интересно. Прям я такого давно не видел нигде. Ну да, реально табачный киоск. Слушайте, прям зачетно. Такой вот. С пагодами. Да-да. Казанова.
увидели какую-то башню, хотим подойти ближе. И вот через такую красивую улицу с ресторанами. Нет, центральный Палермо норм. Как бы норм. Главное, машину далеко не оставлять от центра. А в целом все класс. Buonasera, ciao, ciao. Прикольно бросаются на камеру эти, не боятся. Не, вот здесь мне нравится, вот прям красивенько так. Я, к их большому сожалению, не голоден. Я сегодня вкусно дома поел. И меня ждет не менее вкусный ужин с рыбного магазина. Да, прям красиво. Еще понять, куда мы выходим сейчас. Ну, сейчас разберемся по месту. О, тут целый военный оркестр. Слушайте, как оригинально. И сюрприз, свадьба. Очередная, видимо, церковь. Белый Порш. Музео Национале. Вот эти страшные скутера, эти электрические. Их не слышно. Так, ну давайте гадать. Это очень легко. Ну, видимо, военный какой-то женится. Красавчик. Нет, это красавица. Подружка невесты. Сейчас не поймешь, кто красавец, кто красавица. Вот этого с белой челкой я уже на второй свадьбе вижу. Вот про это я говорю. Страшные вещи. Не слышно их. Ай-яй-яй. Не, вот тут атмосферненько. Вот тут мне очень нравится. Прям если в Палермо, то только сюда. С завязанными глазами. Чтобы не видеть подъезды сюда. И так вам очень понравится. Прям хорошо будет. Довольно мило. Вот место моя жена показала его, когда мы проходили. Называется Лабораторио Артиджинале Сичильяно. И вот здесь есть аранчини, ларанчина и какие хочешь виды. Вау, тут просто все, что угодно. Сладости. Вот каноли. Давайте я зайду внутрь, вам покажу. И опять же говорю, мы не голодны. Были бы голодны, просто я бы уже сорил тут деньгами. Вот такие вот навороты. Ну, цены такие, от 3,50 до 3,50 до 6 евро за. Ну и вот посмотрите на вкусняшки, сладости. Вообще выглядит. Вот эту мы уже штуку ели. Это мусса. Это мусса. Это очень вкусная штука. Я ел что-то похожее на вот это. С фисташкой в кассателло. Или касс... Блин, как он назывался. Я уже тут путаются итальянские названия. Посмотрите, какие каноли. С рикоттой и с фисташками. И вообще это выглядит. Я говорю, по-моему, я становлюсь сладкоежкой. Вообще, бляха, как это выглядит роскошно и оформлено круто. Ну, прямо у ребят, наверное, бизнес хорошо идет. Но это выглядит конкретно как фрукты, но это ж
пирожные какие-нибудь. Посмотрите, как груши, как персики, как абрикоска оформлена, как мандаринка, как груша спелая. Это круто. И вот это правильно, посмотрите, они делают трубочки для каноли, они у них отдельные, когда вы заказываете каноли, они при вас набивают этим кремом или рикоттой. И это прям очень круто. Так, друзья, в общем, я полагаю, что здесь очень вкусно. Народ у них сидит. Это лучший маркер. Ну, а мы идем дальше. Еще раз заведение, вот оно. Вот еще одно заведение, зашли буквально. Вот то, что я вам говорил, здесь очень популярная вещь. Это такие вот еда на вынос. Всякие штуки. Вот это очень вкусная вещь, прям вот обалденная, рагу такое. Все это на развес продается, вы покупаете. Смотрите, какие рулетики. Выглядит круто, аппетитно. Обалдеть. Не, прям оформлено круто вообще, реально хочется что-то съесть, вот купить, съесть здесь. В этом плане молодцы. И я вас уверяю, здесь действительно будет очень вкусно. Мы уже не раз убедились на Сицилии. Очень и очень вкусно. Наконец-то мы дошли до кафедрального собора. Уже практически темнеет. Но все-таки мы добрались. А, очень красивое здание. И начал капать дождик. А по прогнозу ничего. Ну, на Сицилии прогноз это вообще ничто. Это все очень приблизительно. Я буквально минут 20 назад проверял. Все было шикарно. Вот первые капельки. Да. Время у нас получается сейчас. Точно скажу. 7 вечера. Без 5. Сейчас думаю, что через 5 минут начнут бам-бам делать. Да, вон время, кстати. Слушайте, красиво. И вот этот садик тоже такой красивый здесь. Чео классика Витторио Эммануэле. Не, ну дождь вообще не в тему. Испанский язык звучит. Ух ты, какая там красивая инсталляция. Сейчас я к ней подойду. Друзья, ну вот здесь Палермо красивый. О, даже группа туристов отправляется прям внутрь. Или под, наверное, не внутрь, а под крышу. Да, вот такой субботний вечер. Сегодня мы решили прогуляться по Палермо, по столице острова Сицилия. Другого дня мы не выбрали. Остальные дни мы были на пляже. Хорошо отдыхали, загорали, купались. И даже сегодня, в первой половине дня, была шикарная погода. Потом набежали тучки, и мы решили время Палермо. Посмотрите, как это красиво. Вау! Слушайте, она огромна. Какая она на повозке этой. Уху-ху.
Санта Розалія. Отстучали куранты, и мы продолжаем. Хотим обойти кафедральный собор, пока еще не очень стемнело, посмотреть. Ну, так как мы поздно приехали внутрь, мы явно не попадаем, но и снаружи тут есть что увидеть. Вау! А вот это правильное решение. С другой стороны. Вообще не ожидаешь такое увидеть, конечно. Напоминает, у нас есть дворец в Англии, в Брайтоне, тоже такой. С одной стороны один, с другой другой. Включилась вечерняя иллюминация, и город заиграл по-другому. Суббота вечер. 8:05. Кафедральный собор Палермо, друзья. Приятно, очень приятно находиться. И все-таки настроение такое вот улучшается, становится прям вот, ну, приятнее от увиденного. Я, конечно, сначала, мне вообще тут хотелось уже развернуться, ехать обратно на виллу, где мы живем. Но сейчас я понимаю, что нет, стоило сюда приехать только из-за вот этого центра, посмотреть на вот эту всю, ну, действительно приятную красоту, которая освещается. Все-таки центральная часть не выглядит плохо, она выглядит хорошо, роскошно. Хоть и попадаются, конечно, здания без окон, довольно в таком подавленном состоянии, это мягко сказано, ушатанном. Да, к сожалению, им бы что-то с этим поделать. Вот я еще, особенно с дорогами. Это, конечно, бич целый здесь. Дорог здесь на Сицилии. А в городах тем более нет. Ужасно. Но в целом впечатления приятные, хорошие. И понимаешь, что тут творилась такая история, происходила. Кто тут только Боже не был. Ну да. Кто только не топтал эту землю. Так, ну мы направляемся дальше. Нас привлекла вот там арочка. В то же время пытается накрапывать дождик. А мы вот идем туда. Вперед.
как выглядит Палаццо Нормани. Мне кажется, что в сериале «Спрут» я видел вот это здание. Там вот машины выезжали оттуда. Очень так интересно, но вот эта часть не подсвечивается центрально. А в целом прикольно выглядит. Тут парк. Слушайте, если бы не видеть вот того, что я видел, прям я сказал бы, да, прикольно, так классно, здорово. Молодцы. Ну вот центральную часть поддерживают же в порядке. Вот эту историческую центральную для туристов. Че окраины такие грязные? Че мусор, горы прям вообще везде просто. Дороги убитые. Вопросик.